Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в режиме видеоконференц-связи провел прием граждан. К нему обратились жители поселка Цыганоман Юстинского района. Люди более 40 лет живут во временных вахтовых вагонах, непригодных и не предназначенных для постоянного проживания. На все их обращения представители местной администрации отвечают, что в рамках программы по переселению из аварийного жилищного фонда расселение указанных домов невозможно, поскольку они не являются многоквартирными. В рамках личного приема было отмечено, что граждане могут обратиться в суд и реализовать свое право на обжалование решений надзорного ведомства, с которыми они не согласны. Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело, а также в рамках компетенции Следственного комитета России оказать потерпевшим содействие в восстановлении нарушенных прав. Кроме того, глава ведомства поручил предоставить доклад по общей ситуации с аварийным жильем в республике.